Ой, зимой пахнет уже, елки-палки. Ну давай, давай, фрейлин. Ну давай. А, молодец. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Спаси и сохрани. Отче наш, ежеси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, благослови, спаси и сохрани. О, ребята, ребята, привет! Колесо подкачало, руки трясутся. Вы не думайте, что я с будуна не пью уже две недели. Подожди, две недели или нет? С 15 числа. Сегодня какое у нас 23-е? Что-то обманываю я вас. Сколько стало? Короче, не суть важно. В общем, это... Датчик, удивлению моему, показывает. Бензин есть. Ну, я знаю, что он есть. Он должен быть, потому что там полбака должно быть. Ну, показывает так вот, сколько там... Ну, то, что показывает, уже хорошо. Едем сегодня не так далеко. Сегодня у нас свадьба небольшая, 15 человек, по-моему. Или, может, меньше даже. И дело в том, что это находится рядом с... Это Октябрьская набережная, рядом с нашим медным всадником. Тут ресторанчик небольшой. Так что начало в 5, я вышел пораньше, пока колесо, думаю, накачаю в 12. Все хорошо в камере. Не все хорошо. Не все хорошо. Садится, когда захочет. Вот это самое печальное в ней. А так, я уже согласен, что пятно там на экране, и потом это на так, в таких тусклых цветах так снимает. Неколоритно. Приходится постоянно эффектами на каждый файл накидывать эффект колоритности. Это все ладно, бог с ним. С камерой-то не договорил. Я говорю, сейчас едем на свадьбу, значит. Рядом с медным всадником там находится ресторанчик, не так далеко, времени вагон и тележка. Ну, я, может быть, что-нибудь поснимаю, хотя чего снимать? Снимать интересно, когда посещаешь новые места, новые географические, там города и все такое. Здесь как бы все понятно. Ну, так, в ресторанчике в этом не был, но суть не в этом. Суть в том, что сегодня мы работаем, и это хорошо. Сегодня я диджею. Ребята, сегодня я не веду программу, то есть сегодня бюджетная такая история, чисто музыку выставить. И я не знаю, почему с этим банкетом так связано. Вообще с банкетами такая чуйка связана, у меня в частности, не знаю как у кого. Начинают переживать молодые, там заказчик начинает что-то переживать. И это переживание дается мне, я это чувствую буквально вот за дня 2-3. У меня начинается внутри как бы душа тоже так немножко трепетать, понимаете. Я себе места не нахожу, да что, да все же нормально, ну все, ну это... Нет, оно немножечко волнение, оно передается мне. Как только оттарабанишь... Бам, все состоялось, отпускает, нет ничего, никакого переживания. Потом перед следующим банкетом опять эта волна немножко внутреннего такого. Так сегодня, да что там хоть переживать вроде бы? Ну, понятно, что надо переживать за все, потому что ответственность, все такое. То есть дело-то серьезное, то есть свадьба раз в год. О, раз в жизни. Раз в год. Раз в жизни у людей, если по чесноку. Мы же не говорим те, кто там по 10 раз, это уже не серьезность. А, так вот... Это переживание, оно, знаете, так передается. И я это заметил, а потом... Ну, как это успокоить? Я так, немножко так это делюсь с вами. Надо позвонить, переговорить по 3 раза с заказчиком. Может, тогда, когда его отпустит, и меня отпускает. То есть, вот она, ну, какая-то связь есть такая интересная, я заметил. И вот и сейчас, думаю, ну, что я диджею просто, что там это? А нет, есть, и сегодня даже сон приснился, пипец. Я уже таскаю эти колонки. И я таскаю, знаете, какой-то, блин, 3-й этаж или хрен знает, хотя тут 1-й. И знаете, и тут еще кто-то приехал, и не пройти, и проходы такие узкие, я чуть сам пролажу туда. А думаю, как я с колонкой туда полезу. Такие, короче, знаете, ужастики снятся. Проснулся, блин. Так что, ну ладно, разговорчики, может, прогуляемся. Там вчера клип снимал в тех краях, сегодня еду туда поработать. Ну, клип это так, знаете, такая аудио, такое, это такая видеоряд чисто так, немножко хоть какой-то. Не то, чтобы там это пипец, там, вау-вау, что там, знаете. Нет, на клипом надо работать, надо
если серьезно подходить, не как я, да, так, чисто, чтобы видеоряд был. А тут надо, конечно, концепцию, как бы, это, раскодировку прописать, вот, скажем так, с первым клипом, как я работал, нормально, и был оператор Сережка, коему я благодарен. Тогда, конечно, работа складывается, клип складывается. Когда есть идея заложена, есть руки, которые делают, то есть отдельно оператор там, это, так дальше, то есть чтобы не отвлекаться, то есть, чтобы ракурс какие-то ловить, все такое. И когда есть точный план. А тут план, что, ну, чисто видеоряд сделать. Так, ну ладно, ребята, насчет творчества потом поговорим. Сейчас я еду. У меня, знаете, такой традиционный, я сейчас все вам секреты свои расскажу. Последнее время сложился такой у меня путь. Я еду через заправку, там подкачиваю колеса. Тут же рядом заправка есть Пирожково, я там беру пирожки. И поехал уже потом на банкет. Да, удивительный маршрут. Хотя колеса вот сейчас подкачал, вроде нормально. Ну так, чтобы, знаете, чтобы четко, две атмосферы, две и две. Да, кстати, такая связь телепатическая есть между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Я, кстати, помню один случай. Приехал там корешу к одному. Ну, я тогда не пил, он там водочка, это все, ну там с друзьями. И такой бах-бах, ну не застолье, ничего особо, ну так чисто импровизированно. И такой он раз, рюмочка, такой хлоп, а и дзинь-дзинь, звонит жена. То есть, и таких случаев, то есть, когда он только запрокинуть, она ему звонила. И в тот вечер он только рюмочку раз, а, и опять телефонный звонок. То есть, вот эта связь, конечно, телепатическая между женой и мужем, это, конечно, есть, это не отнять. Я думаю, что, ребята, вы знаете опытно, кто у нас в браке состоит. Хороший, говорит, союз браком не назовут. Все, может быть, вот сюда я, сейчас, подождите, сюда я зайду. Все занято, вон дамочка колеса качает. Опачки. Опачки, колеса качает. Мадемуазель, мадам Брошкина. Ай. Ну что ж, будем ждать. Будем ждать. А вот, конечно, что касаемо еще измены, ребята, леди, джентльмены, вот это, конечно, вообще. Тут, конечно, она сразу чувствует, дама, если ты пошел налево, все сразу же, не только звонки, но и всем нутром. Поэтому вопросы, расспросы, где был, чуйка, женская чуйка. Она, говорит, сердцем чует, как это в одном фильме. Горбатый, говорит, а теперь горбатый, горбатый. Она, говорит, сердцем чувствует. Так что, а вы расскажите, ребята, был ли случай у вас такой, когда ваша женщина, ваша дама чувствовала, что вы где-то чего-то и как-то? Конечно, сейчас расскажите о своих похождениях. Так, качаем колеса, леди, джентльмены, и уезжаем. Уезжают в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. Не та песня, другие попоем потом. Вы там список-то пишите, я их так записываю, фиксирую, потом будем петь, не сегодня. Так, ребята, ну а что же апостол Павел говорит насчет брака? Вот интересно, я вчера прочел. И так немножко, чтобы самому закрепить и для вас поделиться, так сказать, будет не лишним. И тема, конечно, актуальная, видите, у нас сегодня свадьба. Кругом невесты, да, женихи ходят. Так, апостол Павел, что он говорит? «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую». И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Коринфянам 7:12-15. Вот она, Бережковая. Возле храма. Так, с мясом, тесте. Одеться. Да,
Курник. Треугольник с рыбой листом. С рыбой возьми. А свеженькие какие есть у вас? Картошка свежая. С картошкой свежей есть ли? А вот это с рыбой и рисом вчерашнее, да? А можно мне два? С рыбой, с рисом. Очень хорошо. Матронушка московская. Кофе сладкий. Кофеек разливают тоже. Блинчики постные с картошкой, вот, пожалуйста. Очень даже все. То есть можно от завтрака идти, пожалуйста, и на работу. Как на праздник. Петушок 25. Батончик тропический. Так, с рыбом, с рисом 2, да? 2. 80. 80. Пожалуйте. Благодарю. Ну так, немножко, чтобы если вдруг перекусить. Там в центре, понимаете, ресторан, конечно, в ресторанах вкусно кормят, но очень дорого. Все, он ржавеет, надо шпатлевочкой, что ли, ребят? Напишите, как это мне подшаманить, чтобы тут ржавчина не пошла вот здесь вот, чтобы это... Хотя пишет оцинковка, оцинковка. Вот в Москве я царапнул, в Москве. Уже лет 5 прошло. Смотрите, хоть бы штейта. Но, видимо, не до железа процарапало, царапина прошла. Поэтому ничего тут как бы держит, держит. Ну и слава богу за все. Все, движение продолжается, леди и джентльмены. Так. И еще, значит, что он говорит. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:28-33. Так. Сюда лучше. Астория. Здесь Есенина повесили, ребята. Вот она, эта гостиница. Знаменитая. Только этими знаменита? Нет. Чего только эта гостиница не знала, леди и джентльмены. Во времена нравы. Так, леди и джентльмены, уходим на запад. Ведь это наш путь. Сдурили вы, что ли, всплывать в минном поле? Оно без истерик, мы врежемся в берег, сказал капитан. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, нас, наш голос все тише, тише, все глуше, глуше. Сразу же я вспоминаю, конечно же, подводную лодку «Курск». Какой ужас. Какой ужас. Вот так вот. Умереть. Друзья, какой ужас. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Так, здесь еще сплошная, здесь уже можно. Опа. Вот, реконструируют, леди и джентльмены, медного всадника. Я вчера сам увидел, хотел тут на фоне этого памятника снять клип. А смотрю, все в лесах, и пришлось мне как бы все, так сказать, все свои планы поменять. Ну, красавец, а? Красавец? Красавец. Вчера посмотрел, значит, в Инстаграме такое видео есть. Кто-то там в 1861 году панораму сфотографировал Петербурга с Адмиралтейства, с вершины.
и там нет ни одного человека. Ну и все говорят, что выдержка такая, фотоаппарат так фотографировал. Он сделал панораму, 16 что ли, сколько-то фотографий по кругу вот так. А кто-то взял из современников это, и все это как бы оформил. Оформил, так сказать, и сделал как бы как видео. И красиво так получилось. Так, подождите. Дворец бракосочетания. Где-то... А, бляха, вся парковка занята, ёшкин кот. Вот надо мне. Вот не надо вот в тот рядок, а там все занято. Бляха, муха, ладно, сейчас. А, так вот и это. Дело в том, что... А здесь-то можно встать? Пока здесь встану. И вот, значит, ни одного нет человека. То есть, понимаете, о чем речь? Ну, якобы говорят, что выдержка там не та. Выдержка, знаете, как бы фотоаппараты такие были. Выдержка, что, мол, человек движется и как бы размывается. Ну, наверное, может быть, как гипотеза. Но, с другой стороны, хрен его знает. Там одни нетрадиционные. Да не те нетрадиционные, которых вы все время... Значит, историки, нетрадиционные историки, не в том понимании, не в вашем понимании нетрадиционные, а историки, которые альтернативщики. И вот там есть такая карта или что-то, где отмечено, что такое незаселенные районы, незаселенные. То есть, видимо, как это? То ли после какого-то большого наводнения всех отсюда эвакуировали с города, потом вода отошла там или что, и опять как бы заселять что ли стали, или после какого-то там... Не знаю, какой-то катаклизмы, какой-то вирусности, то есть, может быть, по новой, короче, заселяли. Там такие кружки, так, значит, районы, вот это дома, тут не заселены еще, это не заселены. То есть, удивительно, как будто бы не было никого, и вдруг начали снова заселять. Ну, история, ну, как бы просто интерес, у меня любопытство, хотя зачем мне это голову лишним забивать? Ну, вот так. Так, парковку надо мне искать. Вот дворец бракосочетания здесь, и рядом вот этот ресторанчик. Все, ребята, пошел. Быстрее надо это место схватить, а то ну все тут занято. Ну хрен там что схватишь. Здесь оставаться тоже нельзя. Знак, я так похоже смотрю там. Ну сейчас, ну по-любому запрещено. Все, сейчас. Ищем место парковки. Продолжаем. Что еще говорит апостол? Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искал вас сатана невоздержанием вашим. Не искушал, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Коринфянам 7:3-5. Кто изобразить, как изобразить счастье супружества, которое заключает сама церковь, которое утверждает молитва, запечатлевает благословение, объявляют ангелы и окончательно утверждает Отец. Как приятно иго двух сердец, соединенных одной надеждою, одним учением, одним законом. Они как дети одного Отца, как рабы одного Господа. Нет между ними никакого раздора ни в душе, ни в теле. Они два в одной плоти. Где плоть одна, там и дух один. Они вместе молятся, вместе преклоняют колено, вместе постятся, взаимно наставляют и увещевают друг друга. Они вместе присутствуют в церкви и на трапезе Господней, вместе терпят гонения, вместе наслаждаются и спокойствием. Они ничего не таят друг от друга, не бывают в тягость один другому, свободно посещают больных без стеснения, раздают милостыню без развлечения, стоят в молитвенных собраниях, вместе поют псалмы и гимны и взаимно возбуждают друг друга прославлению Господа. Я так и знал, что знак стоит. Там как бы можно, но, блин, пипец, все занято. И чего? Сейчас посмотрю во дворик. А, во дворике тоже там знак стоит.
Короче, ребята, влип. Очкарик. Влип. Поеду дальше. Смотреть. Если что, кружиться буду. Бля, хрен знает, что делать. Пока здесь уголка встал, ребята. Сейчас пойду искать место. Время-то есть. Ну понятно все. Что ничего не понятно. Вот там, может быть, есть местечко. Сейчас поищем. Главное, так сказать, по месту поставить, чтобы не увезли. А то выйдешь, а машинки нет. Мы уже это проходили. Станиславу привет. Пойду на Галерную улицу, посмотрю, въезд есть ли с той стороны. С этой движение запрещено. Шайбу. Горько молодым. Ну вот, кстати, местечко. Да. Можно встать сюда, леди и джентльмены. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Смотри, Второзаконие 24.1.4. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Евангелие от Матфея 19.3.12. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Он говорил ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. На разведенной прелюбодействует. А у нас это сплошь и рядом. Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Марка 10:2-12. О! Ну все, господа хорошие, припарковался, нашел ячею по английской набережной 32 литр А. Вот дворец бракосочетания, у нас там бракосочетуются. А рядом совсем с той стороны там кафешечка. Жарко, конечно, стало, но ничего. Вот и хотел на Галерную, а ехать на Галерную не надо, поближе здесь. Здесь я поспокойней. Там почему нельзя на краю? Там перекресток, там надо несколько метров, понимаете? Там вообще у меня не метра. Вот так вот, тяжела и неказиста жизнь петербургского артиста. Кто? Эй, кнопочник! Лимузины ездят, а? Блин, лимузины ездят. Им-то вообще с парковкой беда здесь. Видите, все запотевает аж.
Молодых сегодня много, сезон еще только-только разгорелся. Почему? Ну, обозначили 15 число, там, не пускают после уже в ЗАГС и так дальше. И народ сразу, эх, жениться, жениться. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Дух Божий. Апостол Павел говорит. Послание к Коринфянам 7:39-40. Сейчас меня закроют здесь. Ну, к ночи-то я выйду, в принципе. Мне главное, чтобы сейчас встать. Кого-то заперли, моргает, а что моргать? Все, все. Видите, вот как работать вот водителем таких вот длинных аппаратов. И тут еще ЗАГС, и кафешка, и тут все, все это, тут с парковкой, тут, ну, все, пипец полный. Ну, что там? Есть там кто, нет? А женились там-то, нет? Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Дух Божий. Апостол Павел говорит. Послание к Коринфянам 7:39-40. Как будто сырое. Но я не привык к сырому. Буду пробовать. Буду пробовать. Так, 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 так. Ух ты! Вот это бомба. Благодарю. Ну, вот чтобы это была смесь, сыр и яйцо. Ах, вот тут еще и сыр. Ну, так вот же сложно. Все, сейчас понял. Благодарю. Благодарю. Будем пробовать. Белиссимо. Белиссимо. Немножечко фиксирую такую вкуснятину на камеру. На камеру фиксирую вкуснятину. Вы не против? Ой, чаек горячий. Отлично. Благодарю. Так, я по адресу заехал. Блин, звук надо ставить. Евангелие от Луки 20:27-40. Иисус сказал им в ответ: «Чада, века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся. Ни муж не выходит, ни замуж не выходит, и умереть уже не могут,
ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Чадо века сего женятся и уходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся. Но это когда воскресение из мертвых будет, да, уже не будут жениться, как ангелы люди будут, то есть преображенные, стало быть. Такие же, как когда Иисус восходил, так сказать, когда на третий день воскрес, вот каким он был, сквозь стены проходил там и все такое. Апостолы сидели, двери закрыты, раз он заходит, мир, мир вам, где все закрыто, как он проник в помещение. То есть, понимаете, вот так, жениться не будем, значит. Ну, не будем, я, не будут, неизвестно, что со мной там будет, в общем, ладно. Продолжаем чтение. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал прикупение, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. То есть нет смерти, все живы, просто душа уходит, тело брошено, дальше. То есть жизнь продолжается, но в других ипостасях. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Да. Аккумулятор вроде бы заряжал неделю назад. А он севший. Высел, видимо, пока лежал. Ничего понятнее. Может, замыкание было вот так. Металл на металл. Что-то положил там. Металлическая отвертка где там лежит. Может, об нее. Короче, батареечку достал. Поставил батареечку. Все, в принципе, готово. Сейчас скинем музычку, которую просили на флешке закачать там. Сейчас скинем. И можно, в принципе, подышать свежим воздухом, погулять. Покуда кровь не пролилась, нет, не стали. И печаль не обещайте деве юной, любовь вечной на земле. Не обещайте деве юной, любовь вечной на земле. Thank you.
старец, оставшаяся жизнь. Берегите друг друга каждый день и каждый миг. Говорите теплые слова, просто так. Я тебя люблю. Созванивайтесь друг с другом, просто так. Чтобы сделать день теплей, светлей, просто так. Верьте